Однако, здравствуйте. Мы на Москве реке. Будем пытаться скрыть сезон. Вот такие повороты. Да, все отлично. Оставайтесь с нами. Надеемся, будет интересно. Прошло 2 часа к ряду. 3 часа. Не видел ни одной буклевки. Один подтяг и все. Маленький подтяг. Больше ничего не было. Реку скинули. Была около черной бровки. Сейчас вон куда ушла. Так мне сказали прохожие. Рыбаки. Ну что ж, вот и почин. Только сказал, что ничего не было. Вот она, красота. С почином, Алексей Юрьевич. С открытием. Вот так вот. Второй. Шлупончик. Привет. Там у нас одного барика вроде стали проклевываться. На мотыля не клевали. Продолжаем разговор. Прозевали. Ага. Прозевал. Вроде он 4 посадить. Большому куску рот радуется. Посмотрим, чей рот там радуется большому куску. Опять сошел. Да, поклевочка была мощная. Но прозевал. Птички отвлекают. Прыгал в сагузку, на нее смотрелся. Прозевал поклевку.
Как говорит народ, вчера вода была вот здесь. Вот здесь. Сегодня она вон там. Вот поэтому, наверное, ничего не клюет. Рыба ушла вместе с водой. Ну да. А как всегда, выключаем камеру, рыба начинает клевать. Паразит-то эдакий. Ну что, вот закончился открывание сезона 2016 в Москве-реке, на Нижней Москве-реке. Улова сегодня практически никакого не было, вода ушла от берега метра на 3. Спасибо всем, кто был с нами. Подписывайтесь на наш канал в Ютубе, подписывайтесь на нашу группу ВКонтакте, ссылка будет под видео. И, как всегда, фото на память, наш скромненький уловчик.